Дорогие друзья, мы предлагаем вам поддерживать свою красоту не с помощью пластических хирургов, хотя и к ним тоже иногда нужно обращаться, им же тоже нужно детей кормить, правильно? Хирургов. А с помощью тренировок и правильного питания. Сегодня на студии находятся две потрясающе красивые девушки. Это наши фитнес-инструкторы Виктория Лобан и Елена Салапина. Девочки, доброе утро. Доброе утро. Ну что, мы ждем от вас очередной комплекс упражнений, чтобы стать еще краше и спортивнее. Да. Сегодня мы покажем вам комплекс упражнений для плеч. Первое наше упражнение. Ноги ставим на ширине плеч, руки поднимаем вверх, локти сгибаем. Локти ниже груди не опускаем и делаем с вами жим вверх. Выжимаем ручки полностью и возвращаем руки в исходное положение. Нажим делаем, выдох и вниз. Животики у вас подтянуты и спина прямая. Я работаю без гантелей, а Вика работает с гантелями. Так что если у вас дома есть гантели, то берем гантели. Нет, уже если нет у вас гантель, вы можете взять бутылку 0,5, только не пиво. Какой-нибудь воды или минералку можно заменить их гантелями. Какое хорошее было пояснение. Только не пиво. Следующее упражнение. Ручки вдоль тела, локти у нас прямые. И вытягиваем вперед и разворачиваем ребром ручки, вот кисти, да. И делаем вот таких вот повторений 10 раз, 3-4 подхода у нас. Тоже работает дельтовидная мышца у нас, плечи. И последнее упражнение. Локти полусогнутые, подтягиваем к подбородку. И локти максимально тянем вверх. И в этом упражнении главное не напрягать бицепс и трицепс, а чтобы работали максимально у нас плечи. Идут сначала плечи, потом уже затем идут ручки. Но это очень сложно привыкнуть к такому. Обычно поднимаешь и напрягаешь же руки. Но здесь еще я понимаю, что плечи одновременно идут с локтями. Идут с локтями, и тогда у нас выключаются бицепс и трицепс. И таких тоже можно 10 повторений, 3-4 подхода. Это танец такой. Очень хорошее упражнение для мужчин называется жим Арнольда. Сам придумал Арнольд Шварценеггер. Ручки перед собой ладонями и вытягиваем вверх. Очень хорошее упражнение для мужчин. Но тут уже, конечно, нужно вес. Это что прокачивается вот здесь, да? Именно были плечи. А, именно плечи. Плечи, да. Глеб, будешь такое делать упражнение завтра утром? Почему завтра утром? С завтрашнего дня начинаем зарядки делать. Как всегда, с завтрашнего дня. Девочки, спасибо вам большое.